Сельская ипотека набирает популярность. Специализированная программа финансирования строительства жилья действует с января этого года. Напомним, сельскую ипотеку могут получить граждане, живущие и работающие в сельской местности. К ней относятся все территории Чувашии, кроме Чебоксар, Новочебоксарска, Шумерле, Канаша и Алатыря. Срок кредитования до 25 лет. В рамках льготной программы в ипотеку можно взять квартиру, дом или земельный участок по строительству. Программа сельской ипотеки действует с начала года, и мы видим, как меняется рынок жилья в республике. Недвижимость на сельских территориях стала более востребованной, и об этом говорят цифры. Банкам с начала года, жителям республики, выдано уже более 900 миллионов рублей. В Цивильске полным ходом идет строительство многоквартирного дома. Это стало возможным благодаря госпрограмме комплексного развития сельских территорий. По договору долевого участия здесь можно до конца этого года по льготной ставке сельской ипотеки выкупить жилье. В многоэтажном доме 160 квартир. 100 из них уже нашли своих владельцев. Одна из них – семья Павловых. Сейчас они живут в родительском доме. Но как только узнали о выгодных условиях сельской ипотеки, сразу же приняли решение обзавестись своим жильем. Очень весомые, как бы в России до этого таких ставок и не было. Как бы, я думаю, другим тоже стоит об этом задумываться, что пока есть льготная такая программа на селе, тем более, это большая возможность для многих молодых семей. По итогам этого года в республике объем строительства многоквартирных домов в городах сократился более чем на 9%. А объем строительства индивидуального жилья на селе увеличился на 1,7%. Эти цифры возросли благодаря значительному вкладу сельской ипотеки. Инесса Потапова, Алексей Зотиков, Игорь Зверев, Республика.